Ладно. Дубль. Три. Ты готов, да? Да. Вот у меня сейчас экипаж, да, был 75% я взял. А сейчас он 77 за два боя, в каждом бою по проценту. Ну, видать, фраги, что ли, так качает сильно. Мне кажется, опыт. Может быть. Я вообще не представляю, как этот опыт экипажа, прокачки экипажа рассчитывается, с чего. Не знаю. Нигде и написано. Хотя кому это надо нафиг? Качается и качается. Ну, больше играя, больше прокачается. Чё, куда едем? Честно говоря, я не знаю, как на КВ нормально вообще кататься. Медленно и жестко. Не, просто знаю, Лёва, да, у него обзор максимальный. То есть на балкончике встал, оттуда настреливай. Ты где? Я вот слева, слева от тебя. Поехали на балкончик все-таки. Не, мы туда не заедем, чувак. Мы пока чего, туда тут... доедем. Поехали, поехали. Ну окей, у тебя движок стоит? Да. А вот у меня ничего не стоит. Не стоит у меня ничего вообще. Да. Как он называется? Короче, это как на вертолетах. Газовая турбина, то есть у меня 5000 лошадей. Я почти взлетаю. Да, и внутри Вин Дизель сидит, да? Да. С это... нитроускорением. Да, 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 такой, знаешь, как это форсажи, такой переключает передачи там быстрее, чем все. Не, ну я в том плане, когда вот это, у них первая гонка, форсажи первым, да? Да, помню, помню. Когда у него едет такой, передача быстрее всех переключает, потом такой, да ты лошара, слишком рано нажал на эти, на нитро, типа. Да. Нажимает такой, все. А я так же. Да ты лошар, у тебя коробка автомат. Заезжай наверх, они там еще далеко. А вот смысл мне, я оттуда не, я сверху все равно не стреляю, мне точность вообще каюк. Ты думаешь, у меня больше точности, чем у тебя? Так вот и зачем ты туда поперся? Не знаю. Все-то по правому флангу пошли. Ну, все туда пошли, и мы туда пошли. Я имею в виду враги все, а наши там по одному тяжу. Ну, ПТ-шек много, правда. В кишке вообще никого. ПТ-шка. Су. А, это не ПТ. О, да, это мощь. Мощь небес. Она остановит всю. Но это даже не... Даже запор тракториста Васи. Запор? Остановит запор. Из третьей в кишке. Вот посмотрим, что она там остановит. Из третьей в кишке? Да. Вот вы встретим, хорошо настреливать. Ну вот, я тебе говорил, давай в кишку, давай в кишку. Да, ты чё, прикалываешься? Здесь-то хотя бы есть какие-то укрытия и все такое. А, ну с базы мы, в принципе, достанем отсюда. Конечно, достанем. Ну ладно, посмотрим. Правда, арту мы потеряем, скорее всего, при такой тактике. А у нас Су-8 всё-таки не пушка. Чё? Блин, запарил меня. Сам написал лабуду и спрашиваешь, чё? Не, блин, почему-то по жизни переключается на английский. Хотя раньше все нормально было, у тебя нет такого. Тебя, по-моему, за границу пытаются выселить. Наверное. Вот там еще одна ПТХ какая-то идет. Ну, у нас там все ПТХи, но их сейчас вообще постреляют. У нас осталось-то Ях Пантера из того, что можно считать. Ну, вот еще Су-100. Но там Су-152 и ИС. Ну Су-152 картон. Ну знаешь, смотря для кого. Вот для сейчас Су-152 убьет Як Пантеру по-любому. А? Як Пантере конец, по-моему, от Су-152. Нет. И с третьей его замочил. От Як Пантеры больше шанс рикошета, чем от этой фигни. А если фугасиком? Ну, с фугасиком ни от кого не рикошетит. Все, ты уже сводишься? Я свелся, вот я думаю, у меня бронебой или фугас? Наверное, фугас все-таки. Хоть сколько-нибудь да не нанесу урона. О,
У меня даже снаряд до тут не долетел. У меня вообще криво улетел. А артиллерия вообще пофигу, она стреляет на другую карту. Ну. Стреляю ИСу по гусле. Фугасом. Да, да. Как бы, если есть возможность, сбиваю эти. Как... Захват. Это захват я собью. Пока не надо. ИС, а, то есть сушка по нам целится, слушай. Не. Целься по ней. Я не могу, она мне закрывает, вот теперь могу. Да зараза, вот. Меня ИС целится. У меня точно сушка целится, уже стреляет. У тебя ИС тоже целится. Это ИС стрельнет. Шикарно. Вот КВ можно. И КВ по мне целится, офигеть. Да слушай, этими выпал, фугасами вообще не наши урона. Как что натуральнее? Сейчас самое веселое будет, что мы их видеть не будем. У нас же обзора нету. Главное, чтобы они нас не видели. А, ну мы слились. Ну и что? Вот тебе и сушка. Блин, прям в маску ему попал, короче. Не, на таком расстоянии смысла фугасами палить вообще никакого. Даже тебе. Ну, понимаешь, блин, да, только тупо что в маску. Вот поэтому я и говорил, на ближнее расстояние в кишку надо. А, это был не фугас, я забыл на фугас переключиться. Ох ты же, ёшкин матрёшка. Фугас мне, наверное, всех... Я думаю, а чё с плэшем, короче, нету и сушку не попортила? То есть сушку. Я готов. Сопляющая. Не, подожди, я не готов. Я уберу нафиг эти все, оставлю одни фугасы. Так говоришь, как будто бой запускаю я. Ну да. Так. Ну, более-менее нормально. Если не считать, что у нас топит и 25... напополам 2, то есть напополам, напополам, это 25 напополам. Во, все правильно. Ой, здесь, короче, если я успею, то можно так столько фрагов наколотить. Куда? Ты по центру поедешь? Не-не. А чё, по центру самая близкая дистанция боя, тебе как раз это и нужно. Да, только у меня, если была перезарядка не такая долгая. Ну, ты ж туда не один поедешь, правильно? Вот КВшек у нас много. 4 штуки, я думаю, не, все надо, туда короче, и поедут. Да это фигня, Капчан. Сейчас все, я успею, там, короче, настреляю кучу фрагов. Направо, значит? На чужую базу? Да. Окей. Там есть одно местечко такое. Ну еще вариант нашу базу можно было прикрывать, ехать. С твоей фугасницы-то светляков мочить. Да ладно, я как бы отсюда... Ну, короче, посмотрим. У меня, кстати, я быстрее, чем Лёва гоняю. Причем то, что у Лёвы стоит, это вентиляция. Тебя точно Вин Дизель догоняет на Т-25 на 2. Он, по-моему, в тебя еще и впилился. Да. Но хорошо, он не быстро ехал. Вот так бы. Он, наверное, тоже, как я, курит и просто едет на автопередаче. А, ну так я всегда на автопередаче еду. Водила. Ну, кто-то уже половину оставил. HT. Все, я готов. Успею увидеть кого-нибудь. Сейчас увидишь. Едет, 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 едет. Едет, едет. Вот сейчас. Я в него не попал, причем, прикинь. А, ну, я ему просто снял часть здоровья. Смотри, это там просто... еще ИС. Только он за горочкой и за камушком. Сейчас я говорю... строится. Вот, он смотри, H1, T1. Ну, как бы я еще вообще заряжаюсь. У меня 27 секунд перезарядка. Ну да, я забываю постоянно. А ИС вообще за какой-то непонятный. ИС сейчас... Нет, так, не собирается вылезать. Ап, там слагер или кто? А, вот Верейн. Не видно его. А, он вообще... Нифига себе, я его увидел откуда. Так, сейчас ИС, наверное, поедет в правую сторону, мне так кажется. Скрываться. Если на него попрут вперед, он точно сместится к нам. Если не попрут, то
Короче, мне кажется, он сейчас убьет АРЛ. Он АРЛ, да, убьет и все. Выйдет на мост, а я его на мосту как накину. Нет, не выйдет. Не выйдет. Или на свой ты мост имеешь в виду с их стороны. Вот он на тот выйдет, он не попрет вперед, если не дается. Да любой мост. Вот, выходит. Ой, я его вижу. Промахнулся, молодец. Че это промахнулся? Я промахнулся. А? Да тебе даже попадать не надо, господи, ты осколками там всех уроешь, да и все. Да. А аккумулятивных у них... Фугасница имбовая какая-то. Да. 185. Т-49. Я развернусь, Т-49, ее надо мочить, она очень быстро закруживает. Блин, как раз встал за останками 34 или чего-то там. Неудобно. Блин, не было бы вот этих елочек. В меня, по-моему, целится. Ну, я на удачу пальнул. Ну, я попал один раз, не знаю, сбил там я что, не сбил. А, нет, пробиваю. Чисто там миллиметр торчит. Даже не по экрану, вот просто если брать в масштабах. Смотри налево, Вульверайн. А, да-да-да, надо сейчас долезть на горку. Блин, сигарета мне мешает играть. Я сбиваю все деревья, сейчас по мне будет шмалять арта. Не факт, но можно. Ну быть. Да, и на таких левелах не будет. Так. А и вот что? А вот экран ты, о чем я и говорю. Защищать-то опять-таки некому. Ну, как бы я в этом не виноват. Как бы светляки, да. Где он у нас есть? Т-28. Т-34-85. Нет уже Т-28. Напрямую попрусь. Но я не успею никуда. Арта, блин. Че она там шмаляет, не шмаляет? Т-34 стоит вообще на месте, он офлайновый. А нет. Нет, он двигается. Он стоял, задвигался. Вот урод, блин. Слив дурацкий. Да нормально, надо просто делать, как сказать, свои задачи. То есть на КВ там вообще делать нечего. Так вот, когда ты выполняешь свои задачи, и вдвойне обидно, когда не выполняют задачи другие. Ну это да. Если ты еще налажал, то ладно. Понятно, чтобы ты и так опыта особо не получил бы. Но я-то, конечно, тоже опыта особо не получил бы. Я и так его 94 всего получил. Я 200 с чем-то там даже, тоже немного. 10 я даже не знаю, что делать, я ни разу здесь на КВ не был. Ну-ка все, я еду вперед. Ну тебе только вперед и ехать, максимальное сближение с врагом. Ну я вот поеду, короче, на Б... Где-то Б3. Или С3, где-то туда. Думаешь, туда доедешь до конца боя? Почему? Я быстрее, чем Лёва. Ты прикинь? Ты быстрее, чем Лёва? Да, я на льве там, да, приезжаю с полным здоровьем. Не то, что вчера... Ой, не вчера, позавчера на работе дал, короче, чуваку. У него там тоже... Ну, короче, у него там... Ну, есть там у него, например, этот хедстер. Ну, это которая 4-го, по-моему, уровня. Ну, да, по технике. ПТ-ш. Ну, на ней идет, короче, он в топе, типа, должен всех там вытягивать, да? А он на ней поставил фугасницу на ней, и идет просто посередине, короче. Ну, правильно, такой. Ну, я ж троих убил, которые в конце списка были, на него тупо вылезли, такие же, как он. А дал ему, короче, на Леве поиграть, он вот тут едет, короче, его на Леве сразу убили. Он не успел даже доехать, его убили уже. Зараза. Так, я надеюсь, я буду чуть покруче, чем Т-49. Не вздумай убираться, урюк! Кто? Урюк. А, так он дурачок, он куда поехал, а я-то крутой. Так, по мне стреляют, не попадают. Так, у меня уже целится. Ой, сейчас. 34. Опаньки, Т-50 едет. Блин, мне башня не выполняется. Печально. Т-50. Скрылся. Мне понравилось, мне кто-то
из зрителей написал, не помню, в личку, ВКонтакте. Типа, я вот купил Леву, ну, какое-то количество времени назад. Постоянно на нем сливаю в первые минуты боя. Вообще никого не убиваю, все время проигрываю. Сам умираю. Как думаешь, мне стоит брать КВ-5? Возьми еще там КВ-5. Да, возьми еще КВ-5, если ты... Не, ну, я бы единственное, что Леву поменял, и то с таким... На ТП-59. Да, только на это. Ой, сейчас я могу... Ну, это потому, что твой стиль игры. Тебе так больше подходит. Тебе так больше нравится, вернее, я бы сказал. Блин! Это вопрос в том, что 2%. Ты-то умеешь играть, а покупка КВ-5 не принесет тебе какого-то умения играть. Арта! Арту! Видишь? Мочу! Зараза. А по-моему, я труп. Да? Нет, ты не труп еще. Промахиваюсь. Я должен сделать последний выстрел. Урукхаи наступают, спасайте галактику. Да. Кто бы засветил еще арту? Фугас да? Куда-то, два фугаса вылетели, не понятно куда. Не, я-то в арту пальнул. По-моему, ну я тоже 100 хп-шек ему снял. Я не понял, по мне стреляет. По-моему, вообще за пределы круга улетело. Я трассеров вообще на этой штуке не вижу. Отстой. Вот так. Я вот на Леве, у меня здесь получалось находить эту как-то, там такая дырка есть. Блин, я хотел убить ее. Я тоже хотел убить. Как всегда, мы хотим убить, не убиваем, убивает тот третий. Так, вот, по мне может стрельнуть Т-34, но я по ней не могу. Т-34 сейчас умрет. Ты про тот, который внизу карты? Ага. Он по тебе вообще никогда в жизни не попадет, по-моему. У него 56 хп. Я бы по нему стрельнул, у него стало бы еще поменьше. Ну, минус 56. Все закончились. Где танки-то вообще? Да хер его знает. На серпантине, видимо, прячется. На своем респауне. Так, арта. А, вон она где. Ну, правильно. По сравнению с КВ, на Иси как на Леве ездить. Так. Ну, слушай, я Исом никогда особо доволен не был, ты знаешь. Блин, я хотел по ней стрельнуть. Арта успела быстрее, судя по дыму. О! Видишь всех, да? Они за домами, по-моему, да? Еще и за городом. А, да, они за домами, а я в стену пальнул. Что они там закрысились вообще, конкретно? Ну да. Я пока по этой горке поднимусь, не знаю, конец света наступит. Причем не один, а два. Так уж тебя они тебе со спины могут накидывать. Кто они? Они меня не видят. Ну да, в том плане, если увидят. Там вся наша команда, по-моему, поперлась. Я помню, было так обидно. Короче, я на стоковом этом С4, в топе команды. Остаюсь в самом конце против С3, М103 и этого, 1390. 1390 ваншотный, Е75 не ваншотный. М103 ваншотный, но первый раз я по М103 промахиваюсь, ну типа, то есть в передний там бронелист попадаю, в итоге его убиваю, еду убиваю Е75, остается 13 секунд, и все, ничья. Я думаю, вот блин, зараза. Блин, здесь такая на юге, вот там где я стою, видишь, да, мою позицию на карте? Такая классная деревня разрушенная. Офигенски. Прям как водопадик, про который ты рассказывал. Да, кто-то там, да тут такой водопадик, отстаньте, типа я на него посмотрю. Неудачно убили. 10 фрагов у ИСа! Да. Толик. Толик молодец. Ну ты заметь. У ИСа 10 фрагов, у нас по одному фрагу, и у арты 3. Все остальные что на этой делали, вообще непонятно. Ну, слава богу, я хоть набил один фраг, а то... Да я тоже. Про меня так бы и сказал.
Чисто случайно это. Да нет, знаешь, что они делали? Они просто оставляли ваншотные танки ИСУ, которые их добивали. Да по-любому, это истанул вообще, да. Да, иначе бы он не набил бы там ни черта. Вот классно вот. Будет, если он тоже меньше 1000 получит опыта, как я на тигре, когда набил 6 фрагов. В Лорейн стреляешь фугасом в лоб, и от Лорейн ничего не остается. Это ты фугасом стреляешь в лоб кому угодно, а с него ничего не остается. А я фугасом стреляю. Только если у ИСа 4-го 24 хпшки, и я стою в 70 метрах от него. Так, у нас СТ-шек как много, тип. Я предлагаю идти на горку за камушку. Как бы, ну, почти, да, ну как сказать. Слушай, ты какие-то тактики выбираешь для СТ-шек. Ты понимаешь, что у меня корыто, которое двигаться не... вообще не для этого рождено. У меня практически дот. Огневая точка, которая стоит на месте, вкопанная в землю. А у меня как раз такая фугасница для того, чтобы мочить доты. Где-то там. Ну да, да, да. Она как раз для дотов и дзотов, как раз таки для бетонных укреплений. И делалась эта фугасница. Только правда с ней 20 км в час гонял, а у нас почему-то трицапку мы. Ну ладно, буду опять за спинами всех стоять тогда. Так ты был. У тебя обзора-то нету. У меня нету ничего, ни пушки, ни обзора, ни подвижности, ни брони. Че это у тебя брони нету? Слушай, понятно. Ты видишь, что там у них? Тигр 2, КВ-5, Пантера, Тай 59, Т-44, АРЛ-44. Есть вариант, что тебя в лоб не пробьет КВ, Т-34 и ПЗ-38А, да. Так я этот ПЗ один раз не пробил с этого. Е100 бронебойным. Думаю, блин, что на них голду надо. Ну знаешь, не ему в меня стрелять. Не он по мне будет шмалять, а шмалять по мне, скорее всего, какой-нибудь КВ-5. Как обычно. Ну это да. Ну ты поэтому подальше ото всех держись. Да и так максимально скрытен. Танк-невидимка. Ты, блин, мне подсказываешь, что я одного кого-нибудь, может быть, убью, а потом... Мне подсказываешь, что я перекурил. Чё, кровью плюёшься? Весь экран заляпал, черт возьми. Кровью? Да. Блин, у нас Лорейн какой-то вообще идиот. У меня снаряд так дико влево уходит, что я просто хочу выйти из игры. И поехать в Беларусь, найти разработчиков. Да. Вычислить их по IP. И отобрать у них мыло. Чтоб они ходили по улицам и воняли. И на них все обращали внимание и говорили, фу, бомжи. Да. Я, кстати, скачал новый прицел у меня, да. Крутящийся прицел. Крутящийся прицел? Для крутящейся башни? В том плане, что он как бы крутится. О, КВ-5. Я по нему не попал. А я попал. Попал? И даже, наверное, 2 хп ему снес. Фугас мне тоже палишь? Нет. Погус я палю. Так, я иду через корочку. Ну, у КВ-5? КВ-3. Но... Впереди меня. Я тебя не вижу, мне не хватает рации. Я тебя тоже не вижу. По-моему, в меня целится. Сейчас он передумает и будет мочить Т-20. Или Лору. Переключаюсь на Т-34. Ну, извини. Легко сказать, конечно. Но из этой пушки с расстояния, ну, метров 200 уже попасть нереально. Вообще. Т-20 где наш? Нет, перш. А, тоже Т-20 сражается с КВ-5. КВ-5 ты видишь. Да-да. Не, я там просто на горке был першин, короче. Я думал, какого уя. Сдохнет. Куда я попал? Чтоб подействовал, слово «сдохни», нужно еще добавить слово «тварь». Блин, я просто в упор почти стреляю, и я тоже в упор стреляю, и снаряд улетает вообще хрен знает куда. То в башню, то в землю.
по стоячему тайпу стреляю, попасть не могу. Это то, что 75% экипаж. А вот и Тигр 2 пришел по мою душу. Ха-ха, я встречаю смерть. Я оставил 1%. Без улыбки. Т-34. Ну, я еще... А, пепел упал, черт. Ну, а, что ну, ж наш... такое? Пришлось на автомат ставить. Да вы запарили моих добивать. Зараза, Т-34-85 быстрее меня скрывается за кустами. Ну правильно, ты такая бандура, а он-то... Да он-то тоже не маленькая, знаешь. Так, сейчас я его найду. Ну да. Все, каюк мне. А хотя... Ковчан, тебе два выстрела. Мне два выстрела? Нет, ему. Чтоб тебя убить, два выстрела. А мне, чтоб его убить, тоже два выстрела. Ну, попадание, вот так, не выстрел. А, у него еще только пушка, то может побольше. Я по гусле ему херачу. Сейчас он выйдет нормально, а то мне кроме башни ничего не видно. Он будет за меня прятаться. Вот сначала там должен выехать. Рикошетнул. А вот так вот. Покружимся, птенчик. Он в шоке. Не, у меня слишком маленькая динамика, чтобы его как-то... Ну понятно, все равно. Я как бы уже почти свелся, осталось чуть-чуть. Зараза. Сейчас он вылезает, ни о чем не знает, что там Т-34. Меня он не должен видеть. Оп, 30% с куста. А, нет, 21. Ну, понятно, что мы выиграем, просто немножко обидно. Так его начал хорошо крутить. По-всякому. Еще рикошетнул он от меня. Так, 12 секунд. Вот лошара не попал. Куда ты едешь-то? Ну-ка, КТ. На свою базу куда? Я так понял, я так. Молодец. 50% два выстрела. Сколько опыта? Много, наверное. 1093. Ну вот, нормально. У меня 522. Я так его на гуслю не поставил, зараза. 5 раз выстрелил фугасом в гусли. Фугасом не снимается, не должно. Только осколками. А сам фугас вот куда попадает, он вроде не должен снимать. Да? Да. Мне осталось еще 100 тысяч. По-моему, критуются всякие модули как раз таки фугасами. Ну, если она модуль. У меня есть ефрейторский клов. Клов ефрейторских? Нет, вот, ну, на танке экипаж. Ефрейтор Стеклов. Ефрейтор Мясоед. Ефрейтор Чугун... А, рядовой Чугункин. Младший сержант Кобец. Рядовой Стеклов. Да, Хабец. Константин Хабенский. Голопузов. Сейчас посмотрю на ИС-4, кто у меня есть. Да, вот это вот. Жиглов у меня есть. Жалко, что не Глеб. Кривонос. А у меня есть сержант Сигол. Щегол. Сержант Соломатин. Сержант Некрасов. И ефрейтор Лунёв. Мстислав Лунёв. Слушай, у меня этот есть на танке. Печенюк. Помнишь, такой у нас учился в школе-то? По-моему, в первом или во втором классе печенюк. Слушай, а, нет, так давно было. А? А нет, или нет, во втором классе, по-моему, печенюк, или он в параллельном классе был, я не помню. Ты слушай, меня командира ИСа 4 зовут Ипполит Щегол. А как тебе Ефим Покутило? Это на Тетрархе командир. Давай Покутило. Хохулка. Так, я готов. Сейчас, погоди, последнее. А, кривонос. Да, все. А, нет, на Су-18 еще. Хренов и чумак.